Добро пожаловать на медитацию мира, спокойствия, безопасности. В конце этой медитации вы будете чувствовать себя намного более уравновешенным, гармоничным. Вы почувствуете безопасность, ощутите чувство спокойствия, блаженства, радости, умиротворенности. Меня зовут Ольга Сорокина, и начнем мы эту медитацию с трех глубоких вдохов и выдохов. Выдох вы можете делать со звуком. Например, это может выглядеть так. Постарайтесь отпустить на выдохе все, что вас тревожит, все беспокоящие вас мысли. Итак, три вдоха и три выдоха. Начинаем. Вдох. Итак, вы находитесь в удобной для вас позе. Вы можете сидеть, можете лежать, можете полусидеть, оперевшись об опору в виде стены или кровати, подушки. Сделайте все так, чтобы вам было комфортно и удобно. И мы приступаем к медитации. Итак, основная идея этой медитации будет в том, что мы будем увеличивать нашу энергию. И в итоге она покроет весь мир. Таким образом, вы сможете переключить свое внимание и настроиться на совершенно другие вибрации, более позитивные, более высокие. Итак, давайте разотрем сейчас свои ладошки и положим их на область сердца. У женщин, девушек левая рука сверху, у мужчин правая рука сверху. Все, что вам сейчас нужно сделать, это почувствовать ваше сердцебиение. Почувствуйте, как бьется ваше сердце. Сфокусируйтесь на этом ритме. При этом старайтесь глубоко дышать. Глубокие вдохи и полные глубокие выдохи. Почувствуйте ваше сердце. Почувствуйте, какое у вас доброе, любящее сердце. Полное сострадание, полное любви, понимание. Услышьте стук вашего сердца. Сфокусируйтесь только на нем. Сейчас представьте, что ваше сердце попадает в такую прекрасную белоснежную сферу. Представьте, что вокруг вашего пульсирующего сердца начинает формироваться аура, сфера белоснежная, молочно-белая, сияющая и сверкающая. Это сфера, которая дарит любовь, безопасность, полную защиту. В этой сфере все спокойно, умиротворено. Сделайте глубокий вдох. И на выдохе сделайте эту сферу чуть больше. Пусть она охватывает теперь не только ваше сердце, но и всю область вашей грудной клетки. Глубокий вдох. На выдохе сделайте эту сферу просто еще немного больше. Пусть она охватывает уже все ваше тело, от макушки до пяток. Глубокий вдох. На выдохе сфера увеличивается. Белый свет уже охватывает всю комнату, в которой вы находитесь. Глубокий вдох. И на выдохе белоснежная сияющая сфера охватывает уже весь дом, где вы находитесь. Глубокий вдох. На выдохе сфера покрывает весь район, в котором вы живете. Глубокий вдох. На выдохе весь город
заполняется этим белоснежным сиянием белой сферы. Глубокий вдох. На выдохе уже вся область покрывается белой сферой. Глубокий вдох. На выдохе вся страна, в которой вы сейчас живете, охвачена белоснежной, прекрасной, белой, белой, белой сферой. Глубокий вдох. И вот, наконец, сфера охватывает всю нашу планету. Вся Земля находится в этом сияющем шаре белоснежной любви, любви вашего сердца. Посмотрите на Землю. Посмотрите, какая она красивая. Посмотрите, как она охвачена этим прекрасным белым сиянием. А теперь выставьте перед собой ладошку женщины левую, мужчины правую. И представьте, что Земля становится маленькой-маленькой, размером с бусинку или горошинку. И поместите Землю в центр своей ладони. Посмотрите на нее. Это наша планета, и она помещается на вашей ладони. Второй ладонью накройте ее сверху. Почувствуйте, что Земле сейчас хорошо. Представьте все беспокойные точки, места на Земле, где сейчас неспокойно людям, где люди разлучены со своими близкими, где происходят конфликты. Вы можете представить это себе в виде красных точек или красного пламени. И представьте, что сейчас вы своей энергией буквально исцеляете Землю, словно бальзамом на открытые раны. Вы наносите этот белый, белый сияющий свет прямо на ваших глазах. Красные точки, красные раны. Красный огонь начинает успокаиваться, остывать, заживать. Все заживает, все раны затягиваются, все успокаивается, умиротворяется. Посмотрите, что вся Земля светится словно изнутри этим белоснежным сиянием. А теперь поместите эту землю, величиной с горошинку, охваченную белым светом, в свое сердце. Положите ладони обратно на сердце. Поместите землю в самый-самый центр своего сердца. Услышьте сердцебиение. Земля в полной безопасности, в мире, в гармонии, в любви. Так же, как и вы. И сейчас я попрошу вас сфокусироваться на следующих словах, которые буду говорить. Мир. Дружба. Радость. Спокойствие. Благополучие. Уверенность в завтрашнем дне. Безопасность. Взаимопонимание. Сострадание. Благодарность. Любовь. Сложите руни ладонями на области сердца. В жесте намасте. Я благодарю вас за то, что вы были со мной на этой медитации. Благодарите себя за то, что уделили этой практике время. Сравните свое состояние до начала этой медитации и после. С вами была Ольга Сорокина. Спасибо вам.